Что на твои штаны? Без штанов, зато самолет вон. Да брюки тоже можешь снимать. Как ты ремень одеваешь? На талию, только талия, это наискосок вокруг самолета. Снизу ее пропусти под самолетом. Да. Так, во, вот так, во. Три советчика, а ты сделать не можешь. Один. Отлично. Три отличных советчика. Да. Подожди, вот элероны, мне кажется... Я должен это сфотографировать. Проверник, не соскучен элерон. Народ, вы думаете, он так взлетит? Да. Стоп, не. Так, подожди. Митя, тогда не скосок отзывайте, что... Ну так не цепляйте. Дайте мне композицию. Стой, дай я. Давай так, пойдем. Подумаешь, элероны, ну кому они нужны вообще, я не знаю. Не надо никаких кренов, летай прямо. Кренятся только трусы. Если тебе не хочется из центра вот той лужи доставать самолет. У тебя есть руль поворота. Пол сантиметра элерона бы отпилить, да? Ну да. Починка самолета с помощью отламывания ненужных деталей. Авиалюбитель и два папарацци. Отлично. Шедевр. Зачем ты скотч? Опа. А, на нем-то все и держалось. Грузив дерево. Я так считаю, что тоже делаю ремонт. Еще работает. Взлет на месте, да. Давай на посадку, ну его, страшно. А какой звук хороший, Митя, чувствуешь? Это ремни, наверное. Это ремни балансированы. Ну и что, просто полетит самолет, когда быстрее. Какой газ? Средний, малый? Разворачивай сюда. А нас? Это элероны, да? Слева мой ремень, справа Валерий.